В Хандыге провели традиционную библионочь. Ее организуют уже третий год подряд. И с каждым годом количество желающих посетить в этот вечер центральную библиотеку увеличивается. В числе ночных посетителей библиотеки оказались и наши корреспонденты. В этом году библионочь началась с тотального диктанта под девизом «Писать грамотно – это модно». Желающих проверить свою грамотность оказалось столько, что читальный зал еле уместил всех посетителей. Написали все хорошо, как я заметил. Ну и, конечно же, были ошибки. Ну, конечно, хочу сказать, то, что грамотность России все больше возрастает и возрастает. Это очень хорошо. Читатели могли ознакомиться с разновидностями хамуса на выставке, взять мастер-класс по хамусной игре, прочитать стихи военных лет, сыграть в игры на знание литературных произведений, сфотографироваться с персонажами известных произведений. Для детей были организованы настольные игры, викторины по истории, географии, литературе. Новинка в том, что мы в прошлом году провели библионочь, похожую игру, только тогда они искали вопросы в интернете, а мы нынче решили показать еще и медиапродукцию нашего фонда. Время в стенах библиотеки прошло незаметно. Посетители пообещали в следующем году непременно прийти еще и с детьми и привести как можно больше своих друзей, знакомых. Мария Винокурова, Чулсан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.